Всем привет! Начинаем обзор боя на нашем светляке. Всеми любимом елочке. С шикарной маскировкой против девяток десяток. Против нас только лишь одна елочка, поэтому надеюсь, что бой будет классный, сочный. Говорят о том, что он будет прям красочный-красочный, но не думаю, что он будет настолько прям красочный, потому что видел некоторый шортик, скажем так. Посмотрим по факту. Поэтому видео есть, шортик, можете посмотреть, что в Ютубе, что в ТикТоке, без разницы. Набрал большое количество просмотров, много лайков, поэтому надеюсь, что всем понравится. И обзор непосредственно на полноценное видео, на полноценную игру. А, ТВПшка ошибается, елочка ошибается, елочку пересетили, молодцы, молодцы, делаем прокладочку ЕБРовскую. Какой засвет шикарный есть, отстрел, есть, молодцы, хорошо пацаны стреляют. Поехали дальше, крутимся. Почему не заняли пассивную позицию, конечно же, вот в чем вопрос. А, тут на перекатку можно получить, да, и получаем, ошибаемся, это очень большая ошибка. Это все-таки не БР, это елка. Но 1200 на света уже есть. Так, нам нужно, чтобы елочку отстреляли. Есть отстрел ЛТшки. Все, мы одни. Мы короли, скажем так, этой игры. Так, смещаемся, смещаемся. Да, занимаем правую позицию. Показываем чарфику, чтобы смещался, помогал. Так, и пока никто нету отстрела. Надо еще смещаться. Еще смещаться в дальний кустик. ЦС-шка засветила, столик. Толик там стоит. В перманентном подсвете. Так, еще и тайпик 63. Почему тайпик 63 играет вот там, вот как бы неизвестно. Потому что ему как бы хватает брони, скажем так, чтобы от башки неплохо отыгрывать. Почему он играет так далеко? Так, по центурику есть отстрел, есть. Так, ЦЦшка. И что, никто не стреляет, да? По ЦЦшке. Центурик все, уехал в ангар. И никто не стреляет по ЦЦшке. Хотя, может быть, пробить не могут. Надо черфатюр смещаться быстренько. А он не смещает, он просто стоит. Почему он там стоит, как бы неизвестно. В кого он стреляет там, в кого там, под него почти никого нет. Да, и принимаем решение какое. Раз никто не стреляет, надо нам пострелять. Ну, наверное, да, раз так откатывается. Повали дерево. Не в ту сторону, правда. Правда, правда, не в ту сторону. Так, и сводимся, сводимся, сводимся. Есть шот, раз. Есть шот 2, красавчик, красавчик. И третий, а третьего не будет. Критический урон, да, довернула ЦЦшка неплохо. Так, входим в подсвечиваем, подсвечиваем, подсвечиваем. Арта у нас играет в К6, почти возле базы. 2000 на света уже есть, 400 урона. Какой-то у нас штурмовой, скажем так, ЛТ. Что, еще будем стрелять по? Хорошее упреждение, есть шот, есть. И доберем, доберем, доберем. Добрали, красавчик, красавчик, добрал. Так, поехали дальше. Подкатываем наверх под красную. Чтобы больше просвечивать. Чарфик, красавчик, подкатил, помогает нам. Так, вот арта засветилась. Сейчас арта улетит в ангар. Да, заберут арту? И арту надо забрать, забрать, забрать арту. Арту надо забрать. Есть, арта ушла в ангар, нормально, хорошо. Так, светим все. Город, ребята, прокатили. Прокатили прекрасно, красавцы. Команда сплоченно играет. Не тормозит, скажем так. Вовремя смещается. Так, 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 так. 705. О, о, пробьем. Неизвестно. Есть пробитие, красавчик. Есть и второе. И есть пробитие. 705-му дали. Красава, красава. Смещаемся дальше. 4К средухи уже есть. Так, КД. Подкатываем, подкатываем, подкатываем. Пока время есть.
Так, ТВПшка. ТВПшка засветилась. Так. Будет ли отстрел по ТВПшке? Мы засветились, надо уходить быстрее. Да, вниз скатываемся. Вниз скатились, надо отсветиться. Отсветиться и заново ее подсветить. Чарфик хорошо сместился, Чарфик с горы играет, прям хорошо. Так, кто у нас там подкрался, засветился? А, и Тайпик, Тайпик нас засветил, да? Светимся? Нет, не засветились, а. Так, есть по Тайпику, хорошо, 271 есть. Еще хорошо, сюда 582 уже есть. Так, 3-4к урона. Так, ТВПшка, ТВПшка, ТВПшка. И дадим. Далее еще по ТВПшке. Почему мы стреляем, неизвестно, мы должны светить, а не стрелять. Хотя, если есть такая возможность, почему бы не пострелять, скажем так, да? Так, 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 залетит, 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 залетит. Рикошет, рикошет. Рикошет, обидный рикошет. Обидное. Да, рано выстрелили, вот сейчас можно было выстрелить как раз-то. Нам 4600 уже, есть 5400 сюда, ТВПшка улетела в ангар. Так, осталось ЦС какого-то и ТС-ка, да? ТСТ. Так, и уже фражок мы имеем. Так, есть, ЦС-ку пересветили. И что будем делать? И... Надо подкатывать чуть-чуть, или помочь? Помочь, 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 помогаем. Помогаем, помогаем, помогаем. Но пока никого не видим, да? Не... Пока они не в простреле. Надо ЦС-ку, да, на Чарфику смещаться сюда. Что он там стоит? Смещайся, смещайся. Уже все, все здесь разыгрывается. Мы как город сыпется. Ребят, надо подкатывать, подкатывать быстрее. Надо помочь им Лехе, чтобы Лех не разобрали. Так, 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 так. И будет шот, будет шот, будет шот. И. Есть шот, есть, красава, красава. Так, все, теперь Млеха разберется сама с Коброй. Надо светить ЦС-ку, чтобы Чарфик по ЦС-ке работал. Чарфику надо подкатывать. Т-30-ка почему играет на нулевой линии? Вообще, все уже здесь, а Т-30-ка только очнулся и едет. Еду, еду, карабкаюсь, карабкаюсь, скоро буду, да, называется? Так. Да, есть шот, красавчик, красавчик. На КД ушел. Почему? Подкатывает. 5800 на светло уже есть. Еще 600 на светили, настреляли. Два фрага. Хорошо идет, хорошо идет. Только сейчас главное не засветиться. Главное не засветиться. Ай, засветились. Засветились. И что он будет делать? Что будет делать? Надо ждать Млеху. Надо ждать Млеху и ждать Чарфика. Зачем упарываться? Зачем? Два шот есть. Три шот есть. И сейчас уйдет. А, есть, добрал, добрал. Красавчик. Третий фраг сюда. Суммарка 8к. Ну, динамичный бой. Динамичный бой, интересный бой. Что касается поучиться, либо не поучиться, есть чему, либо нет, как бы это на ваше усмотрение. По моему мнению, ЕБРовская прокатка была классная, но стоило было ее делать или нет, неизвестно. На этом, собственно говоря, все. Вот такой был видос, рано видео. Демка закрылась, к сожалению. Поэтому, если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад для вас сделать такой обзор. Всем пока, до скорых встреч!